Итак, день третий. Куча мусора. Вот это все, я думаю, думал сдать в ресайкл. Вон там куча деревьев слева. И там тоже. Деревья мы все состригли. И сегодня заканчиваем уборку внутри. Это еще можно назвать фазой ноль. Тут добавится металлолома. Там посмотрим. Все это надо допилить. Довырывать. Это мы решили потом оставить. Сейчас суббота. Шуметь не будем на улице. Сразу видно стало, какие грязные стены. Мы очистили всю растительность. И стало видно, какое все ужасно грязное. Вот это надо будет все помыть. Все помыть. Вот все ужасное такое. И будет все очень даже аккуратненько. Внутри дома мы держим окна сейчас открытыми, потому что духан капец. Дорожку помыть, выправить и, возможно, даже покрыть стейном. Стало очень даже неплохо здесь.